Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале «Огород легко и просто». Сегодня в моем видео речь пойдет о пчелоопыляемых гибридах и сортах огурцов. Такой тип огурцов подходит как для выращивания в теплице, так и в открытом грунте. Но нужно единственное условие – насекомые-опылители. Данный вид огурца, то есть пчелоопыляемые огурцы, имеют два вида цветков – женские и мужские. Именно с женских цветков мы собираем урожаи, а мужские цветки, они выглядят как пустоцветы, нам нужны для опыления женских цветков. Вот так выглядят мужские цветки, а вот так выглядят женские цветки. Но часто случается так, что на кусту мы видим только мужские цветы, а женских почему-то не образовываются. Так вот, чтобы добиться высоких урожаев пчелоопыляемых сортов и гибридов, нам необходимо высевать семена двух, а в идеале трехгодичной давности. Уже давно доказано, что если мы высеваем свежие семена пчелоопыляемых сортов и гибридов, мы получаем кусты преимущественно с мужскими цветами. Но если мы высеваем семена двух-трехгодичной давности, мы получаем кусты в основном с женскими цветами. Семена необходимо хранить в герметичной упаковке при температуре 18-22 градуса тепла в темном сухом месте. А уже перед посевом необходимо замочить семена в растворе фитоспорина М. И таким образом мы получаем хороший урожай. А на этом все, дорогие друзья. Огромное спасибо за просмотр. Всем пока!